Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2. Давай заберем сундучки для начала. Бесплатные наши. Так, магнит, ускоритель. Здесь зимнешины, ускоритель, дым. Тут крылья, ускоритель, дым. И последний. Амортизаторы, крылья. Так, VIP. Зимнешины, ускоритель, дым. Отлично, 94 тысячи. Ну что, друзья мои, переходим в кубки. Сегодня попробуем достичь вот этой цели. Надеюсь, получится. Кубок шахты, 3 этапа. Поехали. Как ты видишь, у меня коробка передач прокачана по фулке. Теперь нужно накопить 160 тысяч и прокачать, в конце концов, турбо. А пока у нас с тобой... Так. Я понял. Чудное мгновение. Стоямба. Так, давай аккуратно. Опа. Ой-ой-ой, чуть было, ребят, не это. Посмотри. Посмотри, что творит, а? Ты видел? Да-да, именно ролейка сзади по пятам у меня шла, но... Ты прекрасно все видел, что получилось. Получилось все замечательно просто. Фьюх. Опачки. На колесики приземлились, немножко дали газку. Так, тихо. Давай. Разбился. Ё-моё, ребят, не хотел этого. Вот так сам себе называется, подпорчиваешь репутацию. Подмочил, так сказать, репутацию именно тем, что... Тогда уж придется врезаться, да, носом, как говорится. Лучше врезаться носом. Лучше врезаться носом, чем убиться тут к чертовой бабушке. Давай, родной. Все. Ну, два первых места. Я не знаю, ребят, наверное, все-таки я здесь буду первым. Да, у меня 6 очков. Я первым. И мы двигаемся с тобой дальше. И если, как обычно, мы с тобой быстренько все это пройдем. Опа, 5000. Если мы с тобой здесь это быстренько все пройдем, возможно, мы пойдем и дальше. Ну, а пока у нас, как ты видишь, столичный кубок. Ох! Ничего себе! Смотри, байк. Ничего себе, ребят! Ну, тут, наверное, без шансов, да? Хотя мы теперь облегченный вариант. Зюх! Он прям по пятам ехал на этом супер-пупер байке. Ай-яй-яй-яй-яй, я стартанул плохо. Плохо, ребят, стартанул. С одной стороны, вроде бы... Ага! Я помню это пакостное место, ребята. Я вспомнил. Ну, в общем, все понятно. Кто-то разбился, что ли? Нет. Да ну какая езда на заднем колесе? Ну ты серьезно, что ли? Блин. Дурацкая какая-то трасса, если честно. Да, приехал. Ну ладно, хоть живым приехал. И то спасибо. Я, конечно, тут вообще никуда не вошел. Но главное, не разбился. А в принципе, что ты пришел последним, что ты не разбился, это, по-моему, одно и то же, да? Очки ты за это не получаешь. Ну-ка. Оу-оу-оу. Ну ладно, раз заехали на эту пакость. Первый, прикинь. И по итогу... И по итогу тоже, друзья мои, я первый. Класс, класс. Получаем с тобой еще немножечко наград. 2200. Оу, глубоководная езда. Ну что ж, придется и здесь теперь попыхтеть. Поглотать, так сказать, пыль. Хе-хе-хе, ролика там объ... О, а что я смеюсь-то?
Тут смех, как говорится, не очень уместен. Воу, а как он так проехал? Зашибись, ребята. И ничего ты уже не сделаешь. Посмеялся, называется, над роликой, и сам же сфейлился. Да. А ты в курсе, что без пузыря, когда ты едешь без пузыря, у тебя скорость в разы меньше? Ну, это так, к слову. То есть вот когда ты в пузыре, ты норм. Когда ты без пузыря, ты еле-еле-еле там едешь. Последняя гонка, ну я, ребят, не знаю, я в данный момент вообще на последнем месте по очкам, по всему, поэтому мне кажется, тут ничего и не светит. Здоровски. Вот это было как, по-твоему, нормально? Просто впендрючиться в подводную лодку. И не просто впендрючиться, а встать на нее. Да. Опа, да, там один доигрался, как ты видишь. Е, вторым. И по итогу смотрим, сколько у меня. У меня всего три очка. В общем, ребят, я третий. Назад. Ну, я пытался. Видишь, там если бы... Во, кстати. Диверсия, да? Уровень диверсии. Давай, 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 давай. Алекс какой-то. Ты смотри, а? Как он так залетел-то прямо, а? Мне даже непонятно. Он просто взлетел на эту... на этот пенек. Причем так легко. Ха-ха. Так, ладно. Ну, есть. А, он на попрыгульках там прыгает. Все, я понял теперь. Я думаю, как он там это? Он, у него эти рессоры, ребят. Он едет на этих своих суперских рессорах. Блин, да ладно, не... Помню, помню, помню. Черепашка по имени Наташка. Да-да-да, было такое. Лучше ее первый. Так, ребят, 8 очков, по-моему, я... А, еще гонка. Не все так просто, да? Мы легких путей не ищем. Ну ты сам все там видишь, что происходит. Там дурачится. Да как он, блин... Едет он. Пытается меня обогнать, но не тут-то. 11 очков, ничего себе, ребят. Так, 11 очков, давай открывать. Эпическое, для чего? Для какого-то автобуса. Они что, думают, что я поеду на автобусе? Нет, конечно. Если здесь есть топовая машина, нафига брать какой-то автобус, я не понимаю. Нет, ну если, конечно... Оу. Как же я жалею, что, ребята, у меня здесь крыльев нет. Они... Нифига я там... Стартанул. Вообще ништяк. По-моему, я тут врагам... Оу! Горючие, ребята! Вот и довыпендривались. Доедем хоть? Ты прикинь?
Удачей это... Это мало назвать удачей, это просто какой-то фарт. Я ехал уже без бензина, на самокатике, так сказать. И впереди лежал бензинчик, я до него докатился. Круть. Так, открываем. Ну что, темные дороги? Темные, друзья мои, дороги у нас. Ой. Хорошо. И первым. Смачно. Так, тут у нас еще две гонки будет. Там попрыгушка, что ли? Я слышу звук попрыгушек, ребят. Да-да-да-да-да. Отдохни. Папа первый. А кто у нас там с розовыми сердечками, а? Не пойму, тут девочка, что ли, какая-то ездит, или кто? Ха-ха. Обманули дурочка на четыре кулачка. Иди гуляй, Вася. Отлично. Главное, успел. Главное, смог. Ну... Надо же, как-то умудрился. Так, у него 7, а у нас 8. Так что все равно я первый. Да-да, я первый. Так, 6 тысяч монет, 12 тысяч монет. Плюс еще вот здесь 4,5 тысяч монет. И тут 2500. Ну что, давай тогда попробуем доехать вот до этих, ребята, деталей. Я думаю, нам это будет под силу. Твою налево, я что-то подумал, что... О-о-о, я подумал, что там вниз спуск, что-то... Растерялся, ребята, как всегда. Да. Ну, вторым, хотя бы вторым, все. Больше меня здесь ничего не волнует. Вторым приехали, и слава. На колеса. Я не хочу там ехать, ребят. Давай. Ну все. Вот это вот вечно выпендрежка моя, блин. Ладно, вторым. 4 очка, да? Так, поехали. Гонка еще есть одна, ребят. Вот это вот. Ну, раз уж заехал, давай, едь. ККМ-ка что-то как-то не тянет. Едь! Третьим. Ну и что по итогу получается? Вторым. А, третьим. Отъезжаем. Блин. Какая-то трасса. Она легкая была, но что-то сфейлился и все, ребят. Непонятно вообще по какой причине. Давай, 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 выжимай себе все соки. Вот. Виктори, Виктори. Вот тебе и Виктори, поехали. Что там впереди сам... Нифига. Фига он там лететь сам не свой. Мы опять же берем с тобой за счет, ребята, вот этого выхлопухи, который у меня сзади. У нас 2 секунды, когда идет, проходит, да, он начинает стартовать. Причем стартовать очень даже неплохо. Фу! Рэй, это был самый паршивый старт из всех стартов, которые у тебя вообще были.
Отлично. Ну, этот-то, конечно, улетел, там будь здоров. Хе-хе, тихо. Да, и фиг с ним, что крышу сорвало. Зато первые. Зато первые, ребята, 9 очков. Опа, взяли. Пляж. Вот я сижу и думаю, брать крылья или не брать. Давай без них, посмотрим. А потом буду локти петь кусать. Зачем? Я не взял крылья, там можно было перелететь. А они нифига тут все на джипах, что ли, на этих? Не на джипах, как звать-то там? Байки или как они там? Я уже не помню. Первый, давай. Есть. Как это, вертушка, по-моему? Я вот не помню, как называется эта машина. Но бесявая на самом деле. Ей не страшны перевороты и всякая дребудень. Эх, моя малышка еле едет. На хвосте прям... прям вот спину дышит, а? Ну, видишь, я первый все-таки. Этот Кэнон достал уже. Все время за мной едет. Прям преследует. Это, ребята, стоит только сейчас плохо стартануть, и все. Пиши пропало. Сразу же накернят. Понимаешь? Они такие. Ой. Ой, нормально. Фью, я уже думал, сейчас опять растеряем скорость там. Но нет, все у нас вышло идеально. Ну, еще не полтрассы проехали. Еще не пол. Так, фабричный кубок, то есть фабрика. Так, там тягач, какая-то карета какая-то, не пойму лишь. Опять мы с тобой с вертушкой с этой, да, соревнуемся? Давай, родной. Не подведи, есть. Тут мы с тобой нормально. Тягач, аж вторым ехал. А тут супостат третьим. То есть тут немцы, два американца. Видишь, он еще там кренделя наяривает. Ну, я без всяких кренделей приехал первым. Хьюх. Ну что, у нас последняя гонка. Если мы с тобой сейчас все сделаем как надо, у нас будет первое место. Оу! Нет! Это же надо так было чудануть-то, а? Первое, слава богу. Че он врезался вдруг? Я так и не понял. Ладно, пустынные пещеры. Естественно, нам же нужно, чтобы нам сорвало крышу, чтобы не было защиты дополнительной, еще там что-нибудь, да? Конечно. Ёк-макарёк. И просто залетаем. Махая флажком, а он крылья. У него крылышки. Ну, я тебе скажу, знаешь что? Вот если машина, когда идет без крыльев, да, она намного быстрее берет вот это вот расстояние, чем с крыльями. На крыльях ты замедляется, а они замедляются просто так. Ха-ха. То есть, как бы, ну, неоправданное это было замедление. То есть они просто скинули скорость на ровном месте. А этот прям следом за мной поехал, да? Потому что он там перевернулся вниз головой. А вот это вот был, называется, вшивенький, ребята, старт. Но я перелетел кактус. Да.
Ха-ха-ха. Сиди, кури бамбук, браток. Угу, мы с тобой накопили на сундук 4500 плюс здесь. О, а, ну это ускоритель дым. 163. Ну что, ребята, болотистый кубок у нас. Ать. И остается прокачать по фулке сцепление только, ребят. Только сцепление, все. И наше раллийное авто будет топовым. Ну, я имею в виду топовым. Ух, да что ты творишь-то такое, а, Рэйчик, ну хорош, ну. Вот это ты, да, вот это ты издеваешься над бедным Биллом. Нифига мы тут. Но не последний, третий, но не последний. Да, ребята, самое начало было очень хорошо. Во-первых, мы стартанули с тобой фигово. Ну и сам видел, что там произошло. Да, ничего хорошего тут. Да что ты... Давай! Слышишь, там сзади вражина прыгает какой-то уже на прыгульках каких-то. 1 плюс 3, 4. У этого 5. Пока мы занимаем второе место. Но вот на этой гонке все и решится. И решится ли? Все так же, как и я, да, испугались этой фигни и решили поехать понизу. И первым я. Я первым здесь и первым вообще по ходу дела буду. В заезде, да? Да-да-да, именно первым. Ну что, у нас остается лишь монетный ускоритель для, ребята, этого мы нашли. Для супердизеля. А на нашу... Нет, они даже и не думают меня поощрять именно на ролейку. Они, наверное, ее считают и так слишком имбовой, да? Зачем тебе Рэйчу ускоритель? Ты и без него нормально справляешься. Ой, без ускорителя, без монетного этого собирателя. Зачем он тебе нужен? Конечно, ты без него нормально справляешься. Вот это сейчас... Вот это было жестко, ребята. Если бы сейчас не вот этот ускоритель, который мне дал немножко скорости, я бы в эту горку просто не заехал бы, понимаешь? Это было какое-то прям чудо, манна прям какая-то на меня. Благодать не зашла, точнее набила. Так, ну давай уж, чё. Да, тут все в горку, в горку, в горку, блин. И ни секунды просвета, да? Клоун, иди отсюда. Е! Клоун. Клоун. Правильно, клоун еще. Но мне почему-то показалось, что он когда ехал, он был похож на клоуна. Может быть, ему просто показалось так? Твою налево, зачем мне вот это вот надо было, а? Ладно, фиг с ним, посмотрим сейчас. Все, все, ребята. Первое место, 9 очей. И по итогу первым. И? Да. Усиленное это у нас для нашего мотоцикла. Слушай, а что это такое у нас впереди? Я что-то не могу понять. Что-то какая-то вещь. Возможно, завтра или послезавтра мы уже с тобой возьмем. Привет, 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 привет. Я не думал, что в такое время, ребята, вы сидите. Серж, я смотрю. Армения, Лейс, Докер, Гонза. Мотоцикл сельская местность 2000 метров. Сельская местность 2000 метров, мотоцикл. Так, а у меня сколько?
А, ну я на ролейке почти 4 взял. Но на мотоцикле не ехал. Кстати, у нас новая трасса, зима открылась. Точно, ребята. Газанем разочек-то. Поехали. Посмотрим. Проехать как можно дольше. Дальше, дольше. Чё он так сумасшедший? Чё он так рвёт-то, как сумасшедший? Ать, какие подвохи, а? Подвохи-прорехи. Да, но деньги здесь, вот в этой игре, ребята, очень сложно зарабатываются деньги. Кто-то мне сказал: Рэй, покупай, не трать кристаллы, покупай лучше деньги. А надо посмотреть, сколько они стоят, кстати. Оу. Сколько стоит, например, там, не знаю, там 100-200 тысяч монет. И сколько это гемов вообще стоит? Ну, пока вроде неплохо едем. Но опять же, сколько мы проехали? Километра еще нету, да? Еще даже километра нету. Так. Мне кажется, это вот Джериха, вот эти все, это вообще какие-то левые ребята. Чувачки, боты, так скажем, потому что они везде. На любой гонке, на какой бы ты ни ехал, они везде прописываются. Так, тихо. Давай аккуратненько. Да аккуратненько говорю. Трындец, блин, аккуратно. Вот как его начнет колбасить, все, хоть стой, хоть падай. Сколько? 100 тысяч? Ну да, на 100 тысячах открываются шахты, на 200 тысяч открывается долина в пустыне, на 250 пляж, на 500 ледниковый гонщик, на 600 лоскутный завод и на 700 мрачный. Ты понимаешь? 650 тысяч мрачный. Ох, даже... боюсь представить. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, мы сегодня будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.